В Европейском Союзе придумали, как подрезать хвост Венгрии ради 50 миллиардов евро помощи Украине. Так премьер-министра Виктора Орбана хотят наказать, лишив его права вето, выяснило издание Financial Times. Об этом СМИ сообщил ряд анонимных чиновников из ЕС. Согласно полученной информации, против Орбана хотят использовать нормы статьи 7 договора о Европейском Союзе. Они позволяют заблокировать право вето государства в случае нарушения верховенства права с его стороны. В то же время Орбан лишился протектората Польши в связи со сменой правительства, поэтому шанс лишить Венгрию голоса увеличивается. Издание считает, на данный момент лидеры ЕС склонны еще некоторое время уговаривать премьер-министра Венгрии снять вето на помощь Украине. Однако, если разговоры окажутся тщетными, 26 стран ЕС сами примут решение. По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, присутствующего на последнем саммите в Брюсселе, Венгрия в любом случае не остановит блок в помощи Украине. Напомним, по итогам последнего саммита ЕС в Брюсселе Орбан не смог заблокировать начало переговоров о членстве Украины в блоке, но наложил вето на предоставление 50 миллиардов евро Киеву. Его решение раскритиковал Евросоюз. Представитель Литвы предложил Орбану вывести Венгрию из ЕС, если страна не разделяет общих ценностей и стремлений Евросоюза.